Здравствуйте, дорогие друзья! Уже шестой! Выпуск Шестой! Сегодняшний выпуск мы решили посвятить теме «А плевать, продолжаем танцевать!» Чего? Ты кого ударил? Ничего, в принципе, для блога. Ты кого ударил? Для блога. Да я ж твой рот! Посмотрите на своего мужчину и на меня. Снова на своего мужчину и на меня. И да, я на хаче. Как вы поняли, темой сегодняшнего выпуска – реклама. Дим, может, оденешься? Зачем одеваться, если ты пользуешься Old Spice? Нет, да, со своим Old Spice. Head and Shoulders – для настоящих жестких и ломких волос. А так как тема этого выпуска – реклама, мы просто не могли не отрекламировать наш блог. И позвали мы для этого самого Эминема. I remember back when you and daddy had no money. Mommy wrapped the Christmas presents up and stuck them under the tree and said some of them were from me. Дима, ты? Я сказал Head and Shoulders. А, и теперь мы хотим представить свои варианты ритма. Да. Не можешь найти себе работу? Не знаешь, чем заняться в жизни? Я тоже так думал, пока не стал жонглёром-шампунями. Не всегда получается. Ты девушка, и тебе одиноко, и ты увядаешь. Не переживай, ведь рядом с тобой всегда находится сеть цветочных магазинов Оазис. Всегда свежий. Теперь и с доставкой. Дорогие друзья, честно говоря, мы не смогли придумать никаких лирических слов, подходящих нашей теме. И поэтому мы эти слова скажем просто под лирическую музыку. С вами был Решетов.